И всем привет, дорогие друзья, с вами Акулбир, и сегодня я бы хотел записать Soul Knight. Да, опять Soul Knight. Сейчас я возьму своего священника Ро, пойду заберу ежедневку. Электрон, это кто такой? Он оружие. Ладно, хрен с ним, короче. И подойду, поговорю с этим наставником. Чё ты со мной не базаришь, скотина гнида? Новичок, начнем. На что начнем? Собственно, тебе твое обучение начинается. Смотри, что хватай оружие в следующую комнату живо. Слышь ты, Япон. Слышь, баба. Ну и Иуда ебаная. Ну, вперед. Что ты нукаешь? Баранки гну, ё-моё. Давай, помогай. Чё стоишь? Сволочь, а такая. Соберись, ты можешь намного лучше. Слышь, Уда. Видишь, да, чё я могу? Ты такого не умеешь. Вот чтоб тебя убили нахрен. Готово. Ага. Вот эту Иуда за мной. Давай я тебя похилю, а? Ты останешься там. Ах ты шо. Печь для переплавки, ладно. У меня 1000 монет, охренеть. Ё-моё, слышь. Я... А, ну да. Я крутой. Ладно, зато осколки получил всякие тут. Ух ты. Вау, кто такой? А, это объединение, я вспомнил. Тут можно объединять всякие пушки. Все, пошли нафиг. Круто. Я ща... Почему я эту бабу грохнуть не могу? Она меня бесит. Так, ладно. Окей. О, инженер. Одна. Так. Вот это... Сейчас грохну. Так, ладно. Опа, она. Слышь, кто такой? Хилиться надо. Так, ладно, фиг с ним. Хоба. Ну чё, ага, вот и все, да. Так, окей, сундук. Сундунг. Хорю телепортироваться за мной. Золотой рудник, пора раздобыть монет. Хрена себе. У меня и так косарь монет, куда мне больше. Получи бронированное средство передвижения с уникальным навыком. Вау, крутой. Вообще пофиг. Вообще пофиг. Бам. 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 Где ты? А, ты там был. Фига я сколько комнат прошел. Печенье почти закончено. Возьми эти мощь. Я что, типа все могу взять? Слышь, да я же крутой. Зелье силы. Охренеть. О, босс. А, нет, не босс. Это гандон. Окей. Пушечный залп. Не, дичь. А, понятно. Волшебный красный осколок. Ну, я об этом и говорю, то, что, типа, сейчас в чат наутаю много чего. Да-да-да. А можно я тебя пристрелю, а? Наконец. Ладно, нельзя. Чтобы выбрать другого питомца, коснись его в жилой комнате. Да, понимаю. Крутой. Крутой? Кто такой? Покормить. Сука, я кто? Опа, пасхальное яйцо. Квест Нирваны.
Ё-моё, вот так. Слышь ты, вот так и. Так. Вот так. Ну-ка, что добавили в обнову? Понятно. Закрой. Так, теперь у меня есть электронная почта, и я получаю какую-то дичь опять. Ух ты, он мне дал ПП новейшего поколения. Крутой. Пустынный орел. Вот так вот сделаю, наверное, или что? Или как? Давайте. Квест Нирваны. А. Бля, подождите. Я. Мне кажется, или. Крест Нирваны меня же это восстановить вроде бы может. Или нет? Короче, я сдох, но он меня один раз восстановит. Вроде бы. Я не помню, серьезно. Но я оставлю, вообще офигенная вещь. У меня есть ПП. О, тут новая карта. У меня есть ПП новейшего поколения. Понимаю. Так, чё? А чё будет? Не могу, да, это соединить? Не могу. Жалко. Так, ладно. Крест Нирваны. У меня их чё, типа два? Ладно, фиг с ним. Яйца. Оу, я, кстати, эту карту давно не видел. Я помню, тут пасхальный кролик вообще жесткий, мощный. Да. Он тут своими яйцами, блядь, бросаться будет. Ух ты, это что такое, Непон? Кто такой? Так, ладно. Я вообще грохну, я хочу узнать, кто такой в клетке. Клетка. Разрушить клетку, тихо. В смысле везет тебе? Слышь! Ага, я знаю, кто такой. Я знаю, кто такой. Зелье амнезии. Не, спасибо. Так, наверное, паладин поклонится статую. Он мне щит дает. Да. Я помню, у Димаса есть паладин. Он его за 75 рублей купил. Или за 159, не помню. Бля, я помню, что было, когда он это... Статую паладина нашел. Бластер, не, это не бластер, это на это похож, на Томпсона. Я помню, что было, или не помню. Короче, херь одна была, жесткий мощный, когда он нашел это, статую паладина на паладине, короче. Сейчас мы их отмутузим всех тут. Хоба, 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 ух ты, вау, вау, ух ты, крутой. Да ты, блин! Кто такой? Кабан. Кого? Понимаю. Прикол. Так, ладно. Слезь. Топор. Ясно. Так, что у нас внизу? Что? Через плечо. Так вот. Кабан просто вообще офигенный, слушайте. Так, ладно. Сейчас будем яйца отбивать. Тоха лоха. Непон. Они сейчас моего кабана снесут. You bastards! Бля, как что много маны снимаешь, а? Я, короче, тебя поменяю. Хоть ты и хорошее оружие, но я тебя поменяю, все. Ты вообще маны много снимаешь. Я так с тобой до конца не дойду. Так это чё? Можно ману, а? Понимаю. Ладно. Блю это оружие. Давай ты за меня отбиваться будешь, а? Это такая идея, братан. Боже ты мой, я тут буду пока стрелять тут. Я не понимаю, когда они рикошетят, они вообще могут надамажить хоть что-нибудь.
Потому что они рикошетят, как ошпаренные, ё-мо. Иди сюда, захилю тебя. Дайте мне статую волшебника, ежи. Молодец. Так и надо. Ноль. Круто. Так, ладно, погнали. Ни у одного хп еще осталось. Пошли. Крутой. Угу, понимаю. Ну, сучара. Так, все, да? Погнали на сундук. Погнали. О, кто такой? С Новым годом. Не понял. Вас тоже. Так, что за с Новым годом? Окей. О! С Новым годом. Снежная лиса. Вот так вот я и сделаю. Ты пошел нафиг. Это ноль хотя бы маны снимает. Так вы, опа, вот это возьму, это топовая дичь, топовая хрень, топовая е, да. Так, сколько, 14.34, да, понимаю. Так, ладно, эй, хир хефнир, е, хуй хефнир. Так вот, ты чё, Да ты кабан здоровый, а? Тебя ща грохну. Капец ты жирный, а? Слушай, тебя вообще можно убить? Капец ты жирный, а? Это только второй этап четвертого этого подземелья, как вот он называется-то, блядь? Короче, четвертый этап первого подземелья и вторая комната, ё-моё. Да, вот так это назову. Ага, понятно. Так, подождите. А где клетки-то? Я хочу комнату с клетками. Дайте мне клетки. Кого? Понятно. Я тебя ещё уберу. Так. На, ну да, убрал. Ладно, я не могу убрать звуки уведомления потише. Не могу, так как я сейчас в игре. Поэтому придется вам слушать это. Очень громко. Да, наверное, будет. Посох огня. Дичь. Но если что, я на видосе эти уведомления замажу. Потому что это важно, вообще важно. Ну хотя это не важно, но я это замажу просто. Потому что так надо. Вот эта дичь меня бесит. Понимаю. Чё такой медленный? Либо мне кажется, что я медленный. О, уже? Крутой. М-ка. Я бы эту оружку взял. Ладно, все, вот возьму М-ку. М-ка топ. Понимаю. Кто-то меня дудкой своей пуляет. А ты кабан! Задолбал, что ты носишься как кипятком ошпаренный? Иди сюда, где ты? Бля, пипец у тебя мозгов, а. Ты прям гранит науки, слушай. Я не понимаю, ты что, из яйца еще яйцо рождается или что? Понятно.
Хорошо, этот кабан здоровый, не яйцо. Да не понимаю, в чем смысл. Из яйца рождается яйцо. Понятно. Да ты... Ясно. Крутой. Уже босс, ё-моё! Крут. Газовый бластер, подождите-ка. Бля... Ладно, это возьму. Две топовые оружки. Просто. Это пасхальный кроль. А, это дурман? Твощи, земля. Пипец. Крутой. А ты можешь для меня ману взять, а? Ух ты, притягивает еще зараза. Я пойду иду, чтобы ману взять, и все. Так ты мне... К чертям не нужен. Все. Не говорю, вообще изи-бол. Просто, боже мой. Взрывной молот войны. Ну, за изи-боссы и говно дают. Так, ладно. Че возьму? Че возьму? Наверное, это возьму. Не, надо было взять это. Иммунитет к яду. Потому что вдруг третье подземелье будет футуристическим, как это называется-то. Если я вообще до него дойду. А если оно будет в будущем, то это все, это ГГ. Там яда вообще много будет. Там, когда людей... Как, не людей, конечно, а монстров надо будет убивать, то там это, из них, короче, будет яд выпадать. Как дурман, короче. Ух ты. Это жесткий, а. Это жесткий. Не, щиты. Крутой. Что-то изи было. Кого? Ладно. Сколько это? Ага. Одну ману. И все равно говно. И все равно два урона. Наставник. Он явно стал сильнее, понимаю. Значит, если ты подохнешь на боссе на втором, я тебя пришибу, понял? Я на тебя столько денег влил. Чуть ли не сотку. Хотя, может, уже и сотку. Пошли. Стратегический лук. Не-не-не-не-не-не, вот это оружие тебе подходит, да? Ты про это оружие говорил? Нет, это оружие тебе никак не подходит. Кого? Тут из скелетов скелеты рождаются. Кого? Вообще капец. Либо баг, либо еще что-то. Потому что раньше такой хрени не было, так скажем. Вот опять красный черт родился. Дайте ману. Ой, иди сюда. Кого? Чё, все, типа, я тебя на фу качнул? Крутой. Погнали, у меня есть крест нирваны. Да, я крутой. А я могу вас так бить? Вот так вот. Вот так бить я вас могу? Мне за это все равно ничего не будет. Свалил. Все. Понимаю. Халаха. Вот опять, а вот опять.
Кого? Свали. Ладно. Крест Нирваны — это просто что-то. Так, винтажная снежная леса. Не-не-не-не-не-не. Вот это вот оружие тебе подходит, а? И сюда. Подходит? Нет, это оружие ему не подходит. Ладно. Не могу, я не могу так драться больше. Ёж. Ёжи, а, ежи, а. Ты ежи, а, иди сюда. Уж кабан. Ну вот. Он опять за свое. У меня щит. Вообще пофигу на твои атаки. Теперь у меня нет щита. Тихо, да. Травит. О, кабан. Это же кабан. Да, я-то обязательно посмотрю. Конечно. Никому нельзя смотреть, кроме меня. Кабан ли это или нет. Но. Так, ладно. Да! Да, дичь. Вот просто дичь. Разрабы пофиксите называется. Понятно, еще один. Ну чё, чё носишься, а чё носишься? Угомонись. Вот угомонись, а! Обязательно я на него должен тратить свою ману. Ух ты, это что, увеличение числа комбо? А, нет, это хрень. Максимальная энергия плюс 100. Критический урон от пуль может пробить броню врага. Вот это вот я возьму. Морковь. Пс. О, тебе морковь подходит? Ладно, пошли. Ты у нас вегетарианец, я так понял, да? Крутой. Да подохни ты уже в этом газе, ё-моё. Ух ты. Да ты крутой у нас, а. 23 минуты уже записываю. О, я жесткий. Прикол. Дайте мне косарь монет, а? Как было в этом обучении. Я ж тогда все смогу просто. Хотя зачем мне еще хоть что-то? Мне этого еще достаточно, как бы. Да ты езжи, а! Пошли вниз. Я тебя захилил. Ладно, понятно. Пошли. Так, первый, второй ушел щит. Щит разрушен, использую укрытие, хорошо. О, клетка, наконец. моя. Вот эта дичь взрывается после смерти. Вот эта дичь. Вот эта вот дичь носится как кипятком ошпаренная просто. Так, клетка, и тут у нас дружочки, я так рассвет, да. Ух ты! Ух ты! Слушай, он мне бесплатно это, дичь эту сделал, как она называется-то? Где? Дичь, камень сделал мне бесплатно, короче. Нет.
И мне берсерк не нужен. Хотя не знаю, берсерк это увеличивает пули. Хотя давайте я берсерка лучше возьму, да? Кого? Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, мне, ну не надо. Иди сюда. Увидал, да, какие у меня пули здоровые. А прикиньте так взять статую берсерка, удвоенную. Потом... найти 40-метровый меч. И так это... юзать, короче, все. Эджи, это вообще просто имба будет. Ух ты, не-не-не-не-не, я тебя грохнуть должен, вот прям обязательно я тебя грохнуть должен. Просто обязательно, просто без этого никуда. Тебя тоже. Тебя это тоже касается. Господи. Братан, хилься. Красавчик. Мне его жалко просто. Пошел. Так, братан, иди сюда. Бегай, как это, кипятком аж парень. Ждем, пока у меня это... восстановится эта дичь. Фига у меня бег. Едь сюда. Погнали. Король скелетов, вроде бы тоже яичный босс. Вроде бы, точно не помню, если честно. А, да, король скелетов обычный яичный, а вот темный уже король скелетов. Или я его путаю с темным с темным рыцарем. Вот это уже темный будет это, потруднее, так скажем. Езжи. Ну да, язычный босс такой. Такое, ну такое, знаете. Готово. Я надеюсь, эти скелеты тебя не грохнут. Хилься. Так это что, посох скелета? Я могу призвать скелета. Слушай, а может ты хочешь? Нет, он не хочет. Скотина, боже. Вот если бы я сейчас с Дуи играл, это было бы вообще просто имба. А так я катаю соло. Иди сюда, а может ты захочешь это оружие взять, а? Это вот. Нет. Ну пошел в жопу. Выбери бонус. Наверное, возьму иммунитет к огню. О, я угадал! Посох Анубиса. Тоже офигенная штука. Хочешь взять? Эй, иди сюда. Сюда иди, баклан. Иди сюда, хочешь взять посох Анубиса? Ой, скотина, а такая. Вообще ничего хорошего не берет просто. Вот лучше бы дали мне баф на третье оружие, вот серьезно просто. Вот вообще было бы топово, если. Люблю это оружие. Да пожалуйста, катайся, хоть женись на нем. Видите, да, я могу спокойно по огню ходить. И баскетбольный мячик. Баньк. Вот ты спорь. Да, это оружие тебе подходит. Круто. Такую дичь берешь, а если честно, пошли. Вот. Иди сюда, я тебя захилю. Так, дай мне этот щит восстановить. Сволочь, а такая вот этот вот чувак. Они тоже перерождаются заново. И Бастерс. Люблю это оружие. Да, круто, люби его, хоть женись на нем, я тебе уже это говорил. Да, это знаю. Ух ты, кто-то...
кто такой. Слушай, круто, крутой. Ну-ка, а вы атаковать умеете? Они атакуют! Они атакуют! Они по 4-5 хп снимают. Крутой кролик. А вы всю игру за мной ходить будете? Или только один левел? Я в натуре крутой кролик. Где? А вот он ходит. А, этот хилит. Урод такой. Понимаю. Ух ты, урод, а. Молитва. Молитва. Вот это вообще топово. Молитва просто. Еще одна страница молитвы. Вот вообще прям топово. Это, короче, новое умение священника, молитва. Я, конечно, не помню, что оно делает, но вроде бы молитва дает щит какой-то, как я помню. А так мне пока что и хилить хорошо, если честно. Дичь, а. Тут клетка, я просто не... Вали, пожалуйста. Непон! Не-н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 е. А, блин, показалось. Да, ё-моё. Люблю это оружие. Да иди нахер. Кабан? Это кабан. Да, пошли, братан. Ладно, понятно. Кстати, я тут не посмотрел, что наверху-то у нас восклицательный знак. Или я смотрел. Все, пока! Подождите, пламенная тухель. Все, пока, блин, я на эту дичь потратил 65 монет. Господи. Сколько я уже снимаю? 32 минуты, хорошего. Знаю, понимаю. Блин, кроликов нету. О, кролики есть! Пожалейте, ребят. Не сломайте ее, пожалуйста. То получится так, что я просто в мусорку солью. 65 монет просто. Я хочу его добить до босса, вот эту вот дичь, броню прототипа, и потратить самоуничтожитель на босса хочу. Если у меня вообще еще получится с ним до босса дойти. А так, да, так хочу и самоуничтожитель на босса потратить. Так, что в клетке? Слышь, дичь. Опять кабан? Пошел в жопу. Я за тобой еще вернусь, братан. Понятно. Отсюда мне пока что ничего не надо. Так, а тут у нас... Ух ты, если понадобится... Хотя не, мне уже надо. Мне 177. Это мало, кажется. Пошли. Но хп у него просто, господи, мне его жалко. Иди сюда, я тебя захилю. Кстати, а я сильнее, да. Сволочи! Паскуды, а. Не, ну правда сволочи, а. You bastard. Так как вы... Я сейчас не хочу играть. Они все в бугол встали. Они боятся нас. Вообще жесткие. Сюда! Я на тебя ульту просто всрал, я ищ... Ты понимаешь то, что я из-за тебя сейчас чуть не подох? Пошли. Бурло.
Если ты дойдешь до да, я там не смог ничего такого узнать. Я же могу за выстрел энергию получить, и я забываю про это. Про это, да. Я жесткий. Давай защищай меня, Мурила! От тебя толку, как от пробки, серьезно. Мечом баскетбольным. Ё-моё! Просто уклоняюсь. Просто мансим как можно. Всё, не уклоняюсь. Иди сюда, ты мне сейчас нужен. Ты можешь просто бить их? Серьезно? Просто стрелять по ним из... У меня же защита от огня. Я чё туплю? Я могу на огонь вставать. А я тупил. А он такой, а я тупил. Да. Ты чё жёсткий? Фига, слышь, да, такой жёсткий. Мощный! А, он его хилит. Понятно. Фига жёсткий. Пошли. Мурло такое. Фига, нанялся спит. Так, радугомет, радугомет. Нет, я радугомет брать не буду. Пошли наверх. Стой, стоять, сюда. Молодец. Два, три, погнали. Фига себе, ты тут со своим лазером, а? Жесткий. Вообще пофиг, как бы, но, да? Просто крутой. Угу. Ясно. Итак, да, и снова всем привет. Это я, да, крутой. Окей, газовый бластер, да? Хорошо, крут. Ух ты. Вы чё жёсткий? А, это мои пули ядовитые. Я забыл об этом, да. Я крутой. Я умею по огню ходить. А ты так умеешь. Восклицательно? Да в жопу тебя, я тебе сейчас крестом буду хуять. Крестом, да, херь. Чё маны так мало? Дайте маны, дайте магазин, пожалуйста. У меня вроде бы есть где-то мана. Где-то мана у меня есть. Ты! Сволочь, вот ты. Я тебя ушибу в натуре. Так, все, надо идти вверх. С крестом надо идти вверх обязательно. Вроде бы тут у меня из сундука выпало зелье. Да, вот оно. Крутой. Вот просто крутой. Просто фуловый до босса последнего фигачить. Просто фуловый. Фуловее некуда. Хотя нет, есть куда, но да. И это Анубис. Это самый изичный босс на этой локации. Это вот, это просто самый изичный босс на этой локации. Конечно, кристаллики убивать надо. Хотя, хз, я не знаю, что они делают. Ух ты. Угу. Понятно. Кажется, еще подохну. Не, я не подохну, я не должен подыхать. Я их сам грохну всех тут. Да как? Кого? Как ты это делаешь? Так, крест еще у меня. Крут. Да кого ты там?
Вот это кто такой? Могилы. Подох. Вот, крест Нирваны активировался. Все. Погнал. Они хилят Анубиса. Да как же я его проходил-то? Как? Боже мой. Я помню, я его прошел с первого раза когда-то. Вот. Либо вообще повезло просто. Это Анубис. Где я? Понятно. Наверное, надо было оставить эту дичь. Воскреси меня обязательно, братан. Хотя не знаю, зачем мне тебя воскрешать, ведь я все равно подохну. Короче, так буду бегать. Все, я крутой просто. Капец, там хилятся они. Они просто монстр просто. Я так и должен бегать, да, как я понял? Вот так вот просто буду бегать я. Боже мой! Это все, это просто ГГ. Дайте мне гайд по тому, как надо Анубиса убивать просто. Легендарный искатель приключений, я аж такой. Ух ты, крутой. Я нашел молитву, я крутой. Я 600 монстров убил на этом Анубисе. Не, 600 я убил, конечно, не на этом Анубисе. Но большая часть монстров у меня ушла на Анубиса. Ты кто такой? А, понятно. Блин, я кто? Ну, пасхальное яйцо, крест Нирваны. О, так он мне каждый раз будет давать крест Нирваны. Так это же круто. Это же крутой. Это же крутой. Чё тянешь? Чиню турель. А. Вот это мне надо. Ну ладно, ребят, я буду, наверное, прощаться. Хотя сейчас я скуплю весь магазин, и тогда уже буду прощаться. Чё, давай еще вложить. Опа, моя. Все? Да. Ладно, я уже, наверное, буду прощаться. С вами был Якубир. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Ссылочку на канал Славы и на канал Дениса я оставлю в описании. Также я в описании оставлю ссылочку на мой ВК. И с вами был Якубир. Да, всем удачи, всем пока. Да.